Все-таки президент нашел для вас время. Президент Российской Федерации Владимир Путин победил уже в первом туре президентских выборов, набрав 71,2% голосов. Это позорный результат. Сколько бы вас устроило, господин президент? 100%! Уверяю вас, наша страна не будет неуправляемой, даже на мгновение. Предупреждаю, что любая попытка злоупотреблением закона, в том числе Конституции, будет пресечена. Свобода слова, свобода убеждений и право на частную собственность – это основные элементы цивилизованного государства. Они будут защищены. Мы не русские солдаты! Ты не можешь уничтожить весь мир. Это моя новая супруга. Я вычеркиваю тебя из учебников истории, Людмила. Я вернулся с ада. И все еще в нем. Санкт-Петербургу нужны чудеса, Володя. Для чудес мне нужны еще дополнительные 5 минут. Причина смерти – воспаление легких. Только я избавлю тебя и твою семью от тюрьмы. Чтобы гарантировать тебе иммунитет, я должен стать президентом.